оружие. А джавелин только на заведенную лочит, на обычную тоже. Да на любую вроде бы на железяку. У нас ДВ есть вообще какой-нибудь? Да, есть, могу вот отдать. Это... Да не-не-не-не, что они там делают, но это. А руки не поднимай. А? Говорю, руки не поднимай лишние. Я понял, а что они там делают на шахте? Откуда я знаю? Не вышли на ДВ? Сейчас где. Пацаны, прием, вы на связи? Repeat, Trouble, Denpro. Прием, пацаны, прием. Есть кто на связи? Очень плохо слышно. Что вы там делаете? Прием. Говорят, ожидать врага. Ладно. Верю. У вас у группы у всех ДВ есть? У нас, то есть... Ой, КВ. КВ вроде у всех. Хорошо. Вопрос. Метка, поставленная на себя в общий канал, это нарушение или нет? Неправильная метка. Да нет, как бы такого нарушения. Все, то есть можно ставить. Вопрос, да? У них есть? Да? Все, спасибо. Александр, прием. Прием. У Паши спросил, Паша говорит, не нарушение, можно ставить. Попроси Дэна поставить рандомную метку. На шахте, например. Они и так на шахте находятся. Ушел с КВ пока что. Под шахты, в центре шахты. В центре шахты ложную метку на себя в общий канал. Попроси его. Скажи, пусть лучше поставить на скатке по технике. Блин, пацаны, давайте вы определитесь, пожалуйста. А, не-не-не-не-не. Замолчали. Я даю приказ. Попросить Дэна установить метку на себя ложную в общий канал на шахте. Под тем местом, где они находятся. Может, какого-нибудь нубаса найти? Там есть. Один. Да, есть. Скажите траблу, пусть поставят. Который не засвечен еще. Да, 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 потому что пальцы. Знаешь, напоминает типа стих. Эй, мало, скажи, мало, я не могу выйти, они молчат. Так. Короче, смотрите, давайте определимся, какие направления мы смотрим, подходы. Я юго-западный смотрю. Прикрываю. Метки стоят на людей. Смотрю северо-восток. Юго-западная тоже. Северо-восток, восток смотрю. Восток лучше. Северо-восток. Восток смотрю. Восток. А юг никто не смотрит. Да нет, я сейчас вижу юга. Часть юга я вижу. А я весь восток смотрю, вот как на вас. Все, молодец, сидишь, как отходит. Нам главное пехоту не проворонить, тут туман такой. Да не проворонить. Тут один песок, тут даже зелени нету. Александр, Дэна еще позапрашивай, подавай. Ору прям по КД. Понял. На них метка сейчас обновилась. Видимо, не слышат они нас. Бизнес, после твоего
Краза уже, бляха, третий раз сломал. Может на себя поставить, сейчас делаю. Да, ну, нужно, чтобы какой-то на бас поставил. Машин, на связи. Прием, есть на связи? Прием. Прием. Да. Видимо, только я. Понял. А пацаны, вас попросили, пожалуйста, сделать метку на себя и в общий поставить на шахту метку. Мой ник увидишь, туда поставить. Свою только, но в общий. Типа Эльм. Серепито. По толку, если у агента ЦРУ стоит каждые 15 минут метка на Эльбе. Каждые 15. Они сейчас сюда припрутся наверняка. Они уже сюда идут как раз таки. Да. А у нас высота, а у них низина. Вот они как раз припрутся, и мы Эльбру стырим, ну, увезем отсюда. И потом ищут его еще 15 минут. Тут топ позиция, поверь, тут все как на ладони. Так, говорит Масленок номер один. Пойду спущусь скорее на восток под камень. Я сейчас. Юго-восток, никто не смотрит, кроме тебя. Давай. Весь восток просто как на ладони. Угу. Как птичий полет как будто. Бисмут, у нас кто-нибудь смотрит запад ПЗ смотрит. Да, я смотрю юго-запад, юго, вернее, юго-запад, запад и запад-север. Понял. То же самое тогда делал. Сметана, ты точно восток смотришь? Да. И запад? Все, да, понял. Нет, восток. Понял. Блин, не могу сесть так, чтобы через камни не смотреть. Все, богоюзер называется. Не могу так сесть. Арма. Это просто немного южнее пойдешь. Ой! Что за черва? Стрельба север. Одиночный снайпер. Блин, наш. Нет, мои позиции прямо на. У нас фанфалов, по-моему, даже нет. Можно открывать? Да, конечно. Ты видишь его? Сметана не понял. Остальные не сдвигайтесь на своих позициях. Ребят, у меня здесь походу их много. Принято. Вижу тебя, гром. Да, я. Ну как? У меня спрашивают, как помпанина шахта. У нас есть ураж. На этом, на высоте. Я понял, с какой стороны там будет. Север. Как приняли прям. Да, ранен, убил одного, как кинтанцы один. Вообще не могу, блин, стрелять по ним. Считайте меня мертвым, короче. Я на фланг. Не надо. Я все камни отталкиваю, даже когда надо. Отвращение ко мне. Что? Там кого-то камни отталкивают. Где-то
сэр, я ранен. Я застрял в камнях. Чё, гэп? Перешагиваю. Я не могу встать. Нет. Что мне делать? X-хэдбак. Красный джин. Да. Стоит джин красный. А я тебя вижу, кстати. Давай, поднимай меня, я знаю, я тебе кричал. Вытаскивай меня, пожалуйста. Пожалуйста, не надо как-то тебя сделать ранее. Меня вытолкнуло и гранатой нафиг накрыло. Гребаные камни ненавижу. Фикс хэдбак не работает? Я только что сделал, все равно застрял. Блин. Просто вытащи меня, либо иди воюй. А я пойду сквозь баги стрелять. А вперед пройти потом... Нет, я даже встать не могу, я просто ползаю на месте. Так. Есть вариант машину подогнать, но блин... Не надо, нет. А мне только что враг, кстати, открыл. Да я знаю. Получи. Беги, Паша, беги, беги. Так, я на месте. Так, камень, давай ломай, осторожно. Говоришь, меня опять сломало. Что-то камни тут злые, пипец. У тебя ноги сломаны? Ноги сломаны, я застрял в камне и не могу встать даже. Так, ладно. Форма как не наша, все. Да вот форма. Я шучу. На это. Вау. О. Ни хрена себе маслину так. Это мне тоже, меня снова выстрелили. Это же не я было, вот только человека заметил. Я пошел фрагать и минус 2 дал, все. Ё-моё, сколько их. А мы все там пошли. Хьюманы. Азарт, я тебя что ли? Азарт вылетел. Вылетел, да. Угу. А кто у вас ГПшил? Я ГПшил. Ну хороший прилетел. Ты навесом что ли? Да. Ты прям по мне, прям по моему туловищу попал. Лол. И главное, рядом в 2 метрах адмирал лежал. Еще кто-то сбоку зашел, причем одетый, как мы, то есть в такистанской форме зашел. Единственное, что у него лицо перемотано. У вас какой-то пацан первый, который был на камнях, по которому я стрелял. Укроп. И вот так да. Подсал камень, я по нему стреляю, да. У него чисто земля летит, он по мне попадает, я такой ясный. Рексар, вы видели, как он попал? Рексар? Сейчас. Сейчас кромик в зад всем зайдет. Рексар, а, Рексар, да. Все. Спрятался. Потом к ПТРК подойдем, когда начнется и убьет всех спину. Краб. Лол, Ворон живой, так он же не как мы отец, он же по-другому. Ворона вообще поломали вначале. А я, блин, только заметил человека, который меня стрелял. Знаешь, прицелился, нажимает на кнопку и бах. Все лутацики побежали, Ворон приехал, его поломали, взяли. Все нормально. А теперь после того, как ты меня прокатил на Урале, не так плохо, блин. Я тупо, я 2 в обморок падал. Не стой за техникой. Да. Слушай, а пакистанская армия, это красная или синяя была? Это синяя. О, красота. То есть мы такистанская армия, они такистанская армия, они при этом синие, да? У них ополчение Такистана, и я только 2 видел, из которых как. Я сейчас только просто обстрелял пацана в челме в форме спецназа Такистанской армии. Да убил, убил меня. Вон, слушай, Дэн с Вулом заходят в спину.
И кто-то еще там с ними, из рандомщиков. Кстати, я тебя трубы не мог убить, вот в анимации он сейчас лежит. И не простреливать просто. Да, вроде брони эти. Трубы. Ну да, трубы. Кусты? Не-не, он лежит. Маша, а что ты ушел с КВ? Чарли написал ее и ушел. Я звал. Потом какие-то предъявы, чего-то делаете. Я перешел на ДВшников, перешел, мы там, у нас народ подошел к тому моменту. Бросил, я короче, пока по ДВшке я вам сообщил, репиту сказал, что у нас наступление на слушай, я без на жизни репит, на нас и приблизи его лицо. На кого? На Денпро и глянь ему в лицо прямо. Прямо в лицо, ну. И чё? Очки посмотри, крепота. Ну да, очки через гили, какие-то зубы еще. Рексар всплыл. Всплыл? Ага, лежит на камнях. Да, но наполовину всплыл. Половину еще в камне. Он прям как Дэви Джонс слился с кораблем, да? Камень изнасиловал Рексар. Или наоборот. Так когда за Пашей следил, Рексару вроде бы в голову вообще попало. Он сразу упал. Но он из ВСШ. Это ж блин, Дэн с Вулом успеет добежать или нет? Стоп. Игорек живой? Да, я живу. Вопрос, а вы красный? Перешел. Я же Уралом забыл. Кто красный? А вы? Перешел, скорее всего. Бегает среди синих. Боже, опоздан вообще. Просто косой. Он дурак, еще понимаю. Это невозможно. Я тебе говорю. Из трубы еще попеку сейчас. А вы синий, нет. Кто опоздан. Опоздан. Меня сейчас он отобрает, как красный. Это ССО? Шлак всякий спину. Понабрали там. Сука, тебе не стыдно так говорить? Нет, не стыдно. Они прям при мне, к ним человек зашел поиграть на их слотах. Они его там за 2 минуты просто в отряд взяли. Рексар и сметана модуль они взяли. Сметана вообще одна другая торчит. Камни попрятались. По скинам? Да, это непонятно очень. Никто не знает, какие скины у нас, какие у них. А, это Савер делал, он любит такие вещи делать. Ну, миска веселая достаточно. Да, нормально определить. Я сказал сразу то, что будет сложно эту гору взять. Проще с маслят, по-моему. Двоих. Троих. Полный мук. Сделает. Лол. Пулом пробежали просто, не заметили. Убили. Ну зачем? Потом. Ну так по что сторонам еще могут смотреть. Ну? Да, чёртов пулемёт ворона, да просто. Отвечает. Блин, птица, это жесть, интересно. Да, жесть это с трубы. Так ты, так их там двое, что я буду делать, если я с калаша по ним не попадаю? Там этот я попаду сразу и ворона, а и с РПГ попадешь. Не, ну блин, надо было чуть просто ниже взять, я боялся, что я сейчас под себя стреляю. О, блин, с калаша пониже взял. Нет? Да пытал, я постреляться не мог, что блин, туман этот, маленький. То нормально видно через туман. Все, убили пулеметчика, да? М? Убили они пулеметчика или... Не знаю. Да, меня вижу. В меня прям ГПшка прилетела или граната, я так и не разобрал. Блин, неужели красные все-таки затащат? Сметана тоже засосал. Да ща, пацаны, зашли. Лол. Не, у сметаны нога у нас. ДВшники в спину зашли вообще. Да. Там практика в спину. Я не знаю, на КВ там. Только Дэнс. Только не уверен. Ну их пулеметчик пугал, поэтому сейчас тупить буду долго. А, так вот кто бросался гранатами. Кто гранатами бросался? Ворон. Заглад. А, и этот. Я, кстати, так ГПшка, вот она, ну, воткнулась прямо в камень передо мной. Да, он я видел. Она еще и меня ранила так хорошо. Сейчас, так, не моя ли сейчас это... себе ноги да. переломает. Не моя ли это ГПшка? Я не ГПшка, ГПшка была снизу, вот от этих, которые сейчас наверх поднимаются. Ворон, этот,
и кто-то там еще с ним рядом. Вот они пошмаляли, я их за камнем спалил и не дым кидали, пытались стрелять. Роман, Роман, Роман. Ну, давай. Не, заговоренный. Рома. Пули умнее. Что-то у нас проблема маленькая, мы не можем на этих камнях держаться вообще. О! Риксар умер наконец. Да, нет, я с возрождением вжал. Меня камень будет. Ну это я. Бля, бля, убили. А что-то там еще сметана тоже извлекает сознание три раза. Ворон, я сказал, что сзади заходит. С какой высоты идти, смету ничего не видно. Камни пули едят, ничего они не съедают. Риксар, они еще едят, короче, человечков, если ты не знал. Ну вот меня съели, я говорю. Вот да, да, мне не зайти, это репит лечит мимо врага. Огромнейший. Ой, хорош! Кого лечит? Виксела, 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 да. Че я умер? Сейчас подымет нормально. Хорош, друг. Давай, друг, воюем. Тактика. Может, кто-то сзади взять. А тут же это, ники видно. Hey, wake up. По-дебильному все сделано. Да ладно, по-дебильному. Нормально все сделано. Нет, враги нет, у них союзника. Ну да. У меня? Нет, да, ты никак. Не ты со мной сидел или убежал просто? Нет, я рядом был, я маслину свою. Блин, репит, да. Сейчас, конечно. Причем у этого парня ПЗРК. Чего? Я говорю, а че Эльбрус не начали с горы свозить обратно? Валили по Эльбрус. А, все, обе сейчас взорвет Эльбрус. Эльбрус, все. Так. Давай, обе, брат. Беги, грелки, шахид, шахид. А вдруг сейчас сметана проснется, бьет его. Ну конечно, давай, брат, да нет, бар. Я думаю, он поставил на время. Срывай, брат. Смотрите, сейчас сломаете или сознание потеряете? Блин, куда побежал? На репита, на репита. Прикинь, взорвётся с первой. Сейчас его и грохнут. Вискас, вискас, вискас! Блин. Я его лечил? Убил Вискал? Да он ее мог просто положить и не выбрать, короче, что появилось. А он Вискал лечил, да? Все, все. Ну Вискал его и завалил. Ооо, нормально улетело. Полет. А грузовик не тронул. Ну, сны прям на нем. Да ладно, троих положил. А ДГП спустил трое.